что наше вот это идет в хорошую традицию. Посроковые концерты. Я не знаю, проводили ли подобные мероприятия в Одессе ранее. Вот. Но я очень рад, что сегодня это произойдет. Я хочу еще, наверное, дать слово Игорю, чтобы он сказал немножко о себе. Ну что, Костя, в принципе, все уже сказал, действительно, такой концерт, это премьера. Не сказать, что я его не... Все будет нормально, тем более, что смотрите, какая обстановка домашняя, фактически, дружественная. Многие даже здесь его знают, так что... Может, даже день рождения. У Антона, да. Мы на чем? Мы сейчас выключим свет. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.